Всем привет! С вами, как всегда, Family Griffin. И это очередной угарный ролик. Так что подписывайтесь на канал, включайте колокольчик и ставьте лайки. Также не забывай, что у нас есть собственный промокод Griffins, который дает тебе VIP-статус на 10 дней и 12,5 тысяч баксов до 5 уровня. Ну а теперь присаживайся поудобнее и приятного просмотра. А где куча людей тут была? Ну так что, может мне проверить вас на готики? Да ради бога, давай. На огнестрельное оружие. Ради бога. Шо, я кашечки все выложил? Проверяй. Нет. Нет? Нет. Прям нет, да? Нет. Прям точно нет. Готов прийти, давай. Обыскивай. Готов, да? Давай. Ну, у меня нет никаких доказательств, чтобы вас привязать. Опа. Да ради бога, я не против. Да нет. Ты что, адвокатом стал? Я давно адвокат. Так, а знакомься с документами у человека напротив. Ого. Хорошо. Чтоб ты понимал, я адвокат с 21 года. Ого, у тебя продлено это. Это медицинка. Да, все офигевают. А это... сколько там продлить месяц? Или там а сколько продлить? Это друг уходил, он мне на память сделал. Это мне... Знаешь, как тебе сказать, дорого как память. Ага. Да-да-да. Ну все, да-да, я вас отпускаю. А ты меня задерживал? Да. Слушай, а ну-ка задержи меня вот под эту, под ручку, проведи до КПЗшки. Зачем? Да просто успокойся, я не против. Так я против. Ай! Ага. Я хотел посмотреть, как с моей стороны это выглядит анимка, да плюс контент. Давай! Будешь да, видосики. Да, слышь, не надо. Не-не-не, сейчас я не это. Я не знаю, я боюсь. Подожди, да я ходу уберу всяку. Ну идем со мной, идем. Во, все, я ходу убрал. Все, погнали. Тебя не понятно, кто ты. Что, тебе сразу в КПЗ? Нет, в КПЗ садить не надо, у меня это лицуха собьется. Ты знаешь, как бы отсюда выведи меня так вот в КПЗ, как бы подведи и все. Так, гражданин, за что бы вас арестовать? Блин. Давай это оскорбление. Оскорбление? Да нет, 10-7, насколько я помню. Да нет, это что-то мягко. О, точно, стоп. А, блядь, тут за, блядь, нет. О, вот, незаконное проникновение в жилище. Ой, бля. Давай просто под ручки бери, до КПЗ проведи и все. Да, вот. Клевета. Измительно. Только не сади, блин, а то у меня лицуха сойдет. Может, ладно. Так, к стеночке поворачиваемся, гражданинчик. Ну ладно. Так, как бы вам тут ПРПшному все делать, а то я не знаю. Да там, насколько я помню, все РПшно отыгрывается. Да просто заломай, там обыскай, там не знаю. Из правой части штанов достал наручники и одел на человека напротив. Потом схватил его за левое плечо и начал вести. Идемте за мной, гражданин. Вы задержаны по статье 9.2 в незаконное проникновение в жилище. Все, 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 касал, спасибо. Да нет, сейчас,
Стой, нет, стоять. Сейчас еще в КПЗ посидишь. У меня лицуха сойдет. Так. Отпустил гражданина. Ой, как тебя отпустить? О, ослабил гражданина напротив. Потом достал ключ из правого кармана и освободил гражданина от наручников.